Нас так просто не возьмешь, пусть не надеются. История Ады и ее Марины. Повезло, что я рядом. Смотри, как я двигаюсь. Я как бы танцую и при этом как бы свалю. Рядом. Всю мою команду отдали на растерзание волкам. Повезло, что меня не забрали. Я изучаю судей уже несколько месяцев. Мутная история, по правде говоря. Если вкратце, Иаков и его солдаты накачивают бедных волков каким-то наркотиком. Я не знаю каким, но он превращает их в машины для убийств. Сектанты знают, как заставить волков слушаться. Я видела, как судьи выполняют их приказы. Самое жуткое, что волками эксперименты не ограничиваются. Вижу врага! Блин, веселуха. Не только простые люди. Выживальщиков тоже загребают.